Всем привет! Меня зовут Саша Кипкаева. Я студентка Южноуральского государственного университета, самого большого и красивого на Южном Урале. Наш ЮРГУ – это настоящий город в городе. Сейчас все расскажу. Это не просто лифт. Помимо классного зеркала и телевизора, он имеет способность перемещать вас туда, где рождаются новости. Это медиаэтаж моего университета. Здесь находится телерадиокомпания ЮРГУ-ТВ, где студенты создают телевизионные материалы и фильмы, изучают основы монтажа и видеосъемки. Наша студенческая студия ничем не отличается от других. Все как положено. Свет, камеры, суфлер. А это учебная студия «Радио ЮРГУ». Здесь студенты учатся делать радиорепортажи, ведут прямые эфиры и записывают авторские радиопередачи. В ЮРГУ даже есть VR-лаборатория. 360-градусный мультимедийный ньюсрум, а также университетская газета. А еще мы пробуем изучать медиа-контент с помощью самых современных нейромаркетинговых технологий. Мой вуз входит в число лидеров в области создания нового научного знания, разработок и технологий. Ведь он победитель программы «Приоритет-2030» по треку «Исследовательское лидерство». В ЮРГУ более 20 научно-исследовательских центров мирового уровня. Ученые моего университета изучают экологические проблемы, естественные науки, науки о человеке, инжиниринг, суперкомпьютеры и многое другое. И даже конструируют космические ракеты. В нашем городе по имени ЮРГУ есть настоящая сокровищница знаний – научная библиотека. Здесь можно найти даже самые редкие старинные книги. А это хобби-студия. В этом креативном пространстве можно реализовать свой творческий потенциал. Здесь проходят различные мастер-классы по художественному творчеству, швейному и столярному мастерству и многое другое. Выбирай по душе. А если ты хорошо поешь или хочешь научиться, дружишь с музыкальными инструментами или танцуешь, тебе в наш центр творчества. Здесь более 20 творческих коллективов. Прямо сейчас проходит танцевальная репетиция коллектива Deep Vision. Присоединяйся! Отличное настроение тебе подарит и спорт. Каждый студент ЮРГУ может развиваться в профессиональном спорте или заниматься на парах по физкультуре в той секции, которую выберет сам. Легкая атлетика, шейпинг, борьба, тренажерный зал, йога, баскетбол, плавание. Ты в ответе за свою физическую подготовку и здоровье, а ЮРГУ за то, чтобы у тебя была возможность заниматься любимым и полезным делом. Жители нашего города ЮРГУ не только учатся, занимаются наукой и спортом, побеждают в конкурсах, они еще и отдыхают. Команда наших креативных ребят-художников превращает коридоры университета в новейшие и стильные зоны коворкинга. Мне очень хочется показать тебе место, которое стало мне домом. Это мое общежитие. Ты наверняка слышал о строительстве межуниверситетского кампуса. Это проект мирового масштаба. Суперсовременные жилые помещения, лаборатории, учебные аудитории, фитнес-центр, технопарк, магазины и кафе. В приоритете, как и всегда, наука, образование, комфорт. И все это – твое будущее. В моем университете столько всего интересного. ЮРГУ – это не просто город в городе, это настоящая семья. Здесь тебя ждут уникальные открытия, высокие достижения и большие победы. До встречи в Южноуральском государственном университете!